Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. Сегодня ездил в Серпуховской порт. Еще также он называется Серпуховской затон. Отловился целый день. Вот по итогам решил отснять видео для блога. Вот своего рода видеоотчет. Результатом сегодняшнего дня стал один окушок. Уж ничего не поймал. Вот, ловил на мормышку, ловил на поплавок. На мормышке хоть иногда были подлевки, на поплавок вообще ни одной подлевки. Вот, народ бегает. Бегали мы с глубины на мель и с мели на глубину. Белые рыбы вообще не попадаются, ни у кого нет ничего. А вот окуня сидят, ловят под берегом, ловят на блесна, на маленькие. И на мормышке, на чертика, на проводку. Сейчас начал брать уже где-то сантиметров 20 от берега, от тонна. Ну вот, на обычной мормышке с подсадкой, с мотылем. Весь принцип ловли опустил на дно. Надо настроить так удочку, чтобы она кивок отображал то, что мормышка лежит на дне, там буквально. И, грубо говоря, мормышка лежит на дне, кивок отображает. Окунь подходит, начинает брать, соответственно, кивок поднимается наверх. То есть это такое своего рода извращение рыболовное. Вот. Окунь мелкий, небольшой. Это, я не знаю, меньше пол ладони. Вот. В этом месте я первый раз. Долго искал сюда дорогу. Пробовал подойти. Везде все застроено. На мою удачу попался собачник. Гулял с собакой, показал, как пройти к этому месту. Вот, водоем интересный, своей спецификой. Вот. Так, в принципе, больше рассказывать нечего. Лед вот в основном затоне толстый довольно-таки. Сантиметров, наверное, 60. Ближе к наре сантиметров где-то 15, 20, 10. Вот. В принципе, все. Всем удачи. Ни хвоста, ни чешуи. Увидимся.